Ну, а перед началом данного видеоролика я хотел бы попросить, чтобы вы поставили этому видео лайк, ребят, ведь ваш лайк очень значим, мне будет очень приятно, вам не сложно. Это мотивирует делать новое видео, так что, ребятушки, держите, 250 лайков набираем, будет новая серия. Всем приятного просмотра. Йо, ребята, всем привет, с вами Рамзес, и мы возвращаемся в кассе 1.6 и играем сегодня на таком замечательном зомби-сервере под названием Зомбарики, Кайфарики, Випка, ребят, 5 рублей, скидка 95%, так что заходите, играйте, покупайте привилегии. Так, ребят, давайте наберем 250 лайков, и выйдет новая серия, вам не сложно, мне приятно. Так, ух ты, паутиночки у нас нету, к сожалению. Так, так. Берем вот эту заморозочку для админов. Так, я первый зомби, давайте сразу делаем так. Берем гранатовирус, берем бессмертие и возрождаемся. Отлично. Так. Опа, ё-моё, не попал. Так, погнали на другую локацию сразу же. Так, заморозка. Давайте заморозку возьмем. Она мне больше нравится. И броню. Так, все, ребятки, я купил себе броню, мне вылетела КС-ка. Так, давайте возьмем, покажу вам оружие, то есть скин Кобра, вот такая, как у меня на сервере, то есть пистолет вот такой. Далее гранаты вот такие, прикольненькие. Так, что там дальше? Так, Скул 5, вот такие пушки, прикольно, вот, пердушка мне нравится. Так, вот такая. О, эмочка, прикольно, кстати, согласитесь. Так, ого, вот это вот реально годное. Давайте я ее сразу прям отложу. Вот это выбросим, это отложу. Давайте так, дальше вот такая. И что-то... А, на Е, и что-то на Е. Так, а, две берет. Прикольно. Так, давайте дальше 9-6. У нас евро нету, да? Фиговенько. Так, давайте VIP-меню. Взять АМА. Отлично. Так, магазин 9-6. Во, вот это тоже прикольно. О, вот это даже лучше всех. Вот эту, ребят, точно оставим. Колонг. Он вообще просто бомбезный. Он еще без разброса, так что для вас это прям конфетка, ребят. Текс. ВСК, снайперка Скол 5. 3, такс. Во, снайперка вообще прикольно. Вот это вот. Так, далее 5 и 6. И у нас не хватает снова евро. Так, давайте джетпак, броню, базуку. Давайте джетпак возьмем. Так, и что-то там нам нужно было взять. Ама, вот, 1500. Все, нам точно сейчас хватит. Миниганчик и вот это вот оружие. Ну, мы берем околонку. Он здесь вообще просто крутейший, наикрутейший. Где он? Где наш околонг? Околонг, ребят. Я потерял. А вот, нашел. Так, то есть вот смотрите сами. Без разброса, без ничего. Все супер, все просто мега шикарно. Класса зомби, давайте. Тесла у нас поставлен. Так, далее, что у нас идет? Покупка привилегий. Вот скидки, смотрите, ребят. Так что все очень прикольно. Это проект, ребят, моего приятеля. Так что я здесь снимаю. Он меня попросил поснимать здесь. И я решил, почему? Ну, не отказывать же другу. Так что, ребятушки, вот так. А это световая, или... А, ну да, световая, прикольно. Прикольно. Так, дальше у нас, ребятушки, идет VIP-меню. То есть, получается, золотое оружие, можем брать броню. Можем... Ой, не туда зашел. Жизнь можем брать. И золотое оружие. Но я их брать не буду, потому что у меня... Есть околонка, ну прикольно. Это джетпак плюс базуку. На сервере должно быть 15 игроков быть, окей. Гранаты есть. И взять 3000 евро. Давайте гранаты выбросим. Там уже не появляется она. Нет, в новом раунде она должна появиться. Но, блин, ака, вот это вообще просто мега крутой. Такс. Далее. Гранату не надо. О, базука здесь, можем взять базуку. Пулемет, барлок и... Не, базуку, ребят, вообще топчик. Топчег. Такс. Меню администратора.
Тратор это что тут у нас? А, Немезида, выжившего, это все понятненько. И АМХ смарт меню кикнуть, забанить, все такое. Так что, ребят, заходите, играйте, будем с вами здесь играть, все очень прикольно. Так, давайте. Поищем зомби, поищем зомби. Я даже не вижу куда. А вот, все, вижу, куда мы плывем. 7 секунд остается. 7 секунд. Такс. Прикольно, базучка, ребят. О, даже целиться можно. Прикольно. Согласитесь. Вообще мега круто. Так, давайте это брать ничего не будем. Нужно вообще прикольно, кстати. Это базука вообще. Топ-чек. Так, да, заражение 4, 3, 2, 1. И вот такая базука. Круто тень. Так, вот такая базука. Так что прикольно, прикольно, ребят. Прикольненько. То есть гранату золотой мы это все брали. А, золотой вот этот еще не брали. Так что прикольно. Заходите, играйте, ребят. Покупайте привилегии. С вами, как видите, часто здесь играю. Я сейчас один, ребят. Так что, ребятушки, заходите играть, покупайте привилегии. Ну а с вами был я, Рамзес. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.